Вот, на почту пошли Володя и Сергей Пупков. Он слева в черном. Сергей Пупков. Это Володя. Там другие дела, на Благовестие идут. Уже дверь была заперта, калитка. Сейчас занятия прошли. Сегодня 2 декабря, 18 год. Все, благослови их, Господи. Хорошие братья. Вот сегодня 30 ноября 18 года. Хочу показать, вот я навтыкал эти, на разные нарвал. Сухая полынь здесь. И вот сижу дома, я могу увидеть. Ее воткнул прямо в прожилину у забора. Я вижу, вот она как колышет ее. Все. Ветер определяется. И дальше второй куст вот здесь вот тоже показывает. Тут упала одна. Отправить надо. И вот здесь вот. Вот оно видно, как ветки качаются. И это не все. Когда ветер сильный, я еще перехожу вот сюда вот. Ветки качаются у соседей там со всех сторон. Ага. А вот это вообще вся сама качается. А почему? Потому что на шесте на таком. Глазок. Она качает его весь. Вот повторяю. Вот она идет. И видно даже пургу. Зачем это нужно? Неплохое дело. Везде наружное наблюдение есть. А у нас храм, видите, все качает везде. Все. Качелем побежали. Значит, двое ребятишек было и двое взрослых. Что-то сумку какую-то. Вот сегодня у нас среда, 28 ноября.
2:12 дня. Ну, видно, не поедет сейчас еще. Выходит 27 ноября, ночь 19:00. Кого-то провожает Володя. Провожают. Это Надежда Васильевна, гости, видать. Это Володя выходит, запирать надо. Тут сижу, сейчас мы только дерево пилили там. Володя пилил, но вывозили оттуда. Я пришел, руки застыли, невозможно. Ну, заснял маленько. Это, видно, гости приехали. Что-то вижу, сумки выносят какие-то. А, там маленький медвежонок. О, видишь, что? Вот Володя идет. Пошел к Надежде Васильевне, что-то там еще не доделал. Печку затопляет, да, уносит. А у меня тут в окружении балуется белый, прыгает везде. Слепой был совсем. Такой котенок удивительно хороший. Гости, никто не курит, не пьет. Такие к нам не заходят. Бог милует. Сидит, дремлет, вот он. Так, гляди, упадет. Спит. Натурально спит. Я могу сейчас и даже показать, что спит. Вот он. Глаза зажмуряет и спит. Вот залез куда? Залез на принтер. Сел вот. Я вожу курсором, за курсором бегает. Они все любят. Курсоры бегают. Ну, бабка его рыжая сидит у меня здесь, прям перед лицом. Интересно. Упадет. Иди спи. Залазь к себе. Здесь там тепло идет от экрана. Ну, вон там видно на улице кошки ходят. Даже отсюда видно глаза. Знаешь? Раньше собаки много бегали, сейчас меньше. Потравили их. Дог-хантеры.
Вот мигнуло и все. Что-то машина-то не выезжает. Володи нету. Бегом, бегом. Володя бежит, бегом на работу. Благослови его, Господи. О, не всегда это нравится, что я снимаю. А я все равно снимаю. Вот он как. Да благословит Господь. Успел все сделать, затопить печку. Спаси, Христос. На работу. Игорь жену приводит, она рядом работает, и здесь Марина Геннадьевна, и домой едет. Теперь он, и Володя довозит, я не знаю, докуда. Все, машина тронулась. Я только ходил сейчас, там на два мусорных ящика стоит. Вон там, вот они там поедут мимо. Вот. И там две банки, такие как канистры. И я их забрал, принес. Вот уже время 9:30. Это сегодня у нас 3-е число. 3 декабря. Володя пошел. Уже 9:30, и только-только еще рассвело, как следует. Все, машет рукой. С Богом, брат. Сосед больной, он там, а там через дорогу один приходит и чистит снег. Вот, провожаю. Сегодня за Гликерией тут приехали, забрали. До того неблагополучная у нее остановка. Неверующий отец с матерью. Жалко. Сегодня была она утром у нас, мы помолились вместе. Собачки у Игоря. Да. Что-то поехал, не видать. Он любит влево сюда уезжать. Влево тут. Вот так и выехал, повернулся. Тут ехать, тут ни фонарей никаких нет, улица такая отдельно промышленная. Все. Сегодня 4 декабря. Сейчас как раз время, можно посмотреть какое. Вот 10 часов 5 минут. Что за машина здесь? Почему она здесь стоит? Какая ей тут необходимость, непонятно. Число покажите еще. А? Число покажите еще. А я число не показал? Нет. Вот. Декабрь 4. Ну, так непонятно все. Так-то все видно у нас. Она стоит второй день. Вчера тоже стояла. Одно время постояла и уехала. Ну, может быть, так, еще никакого отношения к нам не имеет. Это две полоски, это не полицейская, ничего? Не знаю. Ну, что, пойти посмотреть? Да, я думаю. А? Да не надо, наверное. Не надо, ничего. Вот тут, смотри на это, и дальше нет. Видишь, как закрыто. Я не пойму, она что, это, говоришь, задом стоит? Да непонятно. Может и передом. Там мы увеличили на весь экран, чтобы видно было. Ну куда под. Они не когда. Мимо даже это не достает. Тут видать.
А там внутри, а, это не внутри, а это мои эти. Да, ваши. Полынь я навтыкал. Ну а что, даже вот я подошел сейчас, ничего не видать. А что видать? Ничего нет. Вот интересно, как начинает светать от дома. Вот это зелененькое делается. А остальное еще так голубенькое. Чуть-чуть голубеть начинает. Вот ход парохром. С чем это связано? С той стороны солнышко светит, ничего его не задевает. Или как? Потом все начнет краснеть и, наконец, нормальный вид примет. Вчера вот привязал эту полынку, и она если колышется, сейчас нет, а до этого колыхалась. Вижу, что погода вот такая. Сегодня 1 декабря. С крыши сосульки тут мешали, видел. А сейчас уже, вот-вот уже начнет настоящий рассвет. Вот это вот уже видно, как белое, а вот это начинает голубенькое. А это вот как зеленоватое. Это со стороны востока. О, пока я говорил, еще одна ударила. Вот со стороны востока, это маленько там как крыша закрывает. Вот одновременно пошло сразу. Это и это. А вот это, которое со стороны запада, это белое, нет еще ничего. А здесь все. Вот прямо показал. Еще тут два свободных места можно. Еще два поставить. Интересно так. Видишь, какой вот. Еще ближе начинает темнее. Туманит. Все. Вот батюшка приехал сегодня у нас уже на богослужение. Исповедь будет. А тут отсюда видно, с этой стороны храм. Печка, труба. Сторона. Все пока на этом. Кто-то позвонил раннее утро, 3 декабря. Володя подошел. Ну-ка посмотрите, кто там. А я тут статью большую написал сегодня. Собрал отовсюду, там свой опыт. А кто-то тут позвонил. Посмотрел тут. Видно перед машина. Немножко снежок падает. Ну, еще утро. Раннее. Да уже не ранее, 8 часов. Сегодня не было двух часов, на ногах уже. Вот там сосед ходит. Подходит. Душа это. И открыть надо. О, Володя подошел. Значит, разговаривает, уже знает, что не чужие. Идут, вот они. Надежда Васильевна. Звоночек. Все. Вот и все, слава Богу.